Красивая композиция. Опять же, исходим из посыла, мифические легенды. Начало очень располагающее. Ты прям чувствуешь, ну, правда, не костер чувствуешь, а таверну поначалу ощущаешь. И там, скорее всего, это пламя камина. И вот ты, значит, сидишь в этой таверне, там есть рассказчик, и дабы он был более словоохочив, ты ему даешь как минимум кружечку пенного, и он начинает рассказывать мифические легенды. И поначалу кажется, что там рыцарь, потом вот появляется кур, и ты уже видишь, что этот рыцарь – часть большого воинства, там огромная история, легенда. И уже ты слушаешь этого рассказчика, как запоем читаешь книгу, то есть полностью увлечен его повествованием от одной легенды к другой легенде, где повествуется о приключениях этого героя или даже воинов, которые рядом с ним. Сразу вспоминается странствие аргонавтов за золотым руном. И вот, значит, тоже мифическая легенда. И ты слушаешь, и в конце концов дремота одолевает тебя, и ты уже будешь сосредоточен не на рассказчике, а на том, как горит пламя в камине, и засыпаешь, ибо ты тоже решил себе взять кружечку пенного, и поэтому эту историю придется дослушивать в следующую посиделку. Вот такие впечатления.